Щоранку тисячі дніпрян, які мешкають на лівому березі міста, виїжджають працювати та навчатися на правобережжя. Ввечері вони повертатимуться назад, до своїх спальних районів. В урбаністиці, науці, яка вивчає розвиток міст та їхню взаємодію із людьми, це називається маятникова міграція. І хоча вона є нормою для великих міст, через певні економічні, соціальні та політичні аспекти кількість таких вимушених мігрантів постійно зростає, а отже збільшується навантаження на транспортну інфраструктуру, яка й без того переживає свої не найкращі часи. И вы видите, что делается, что люди по 2 часа тратят на то, чтобы добраться на работу. Это, в общем-то, ну, вопиющий факт. А теперь начнется зима, мы вообще будем с отмороженными руками и ногами. И головы отморозим, в конце концов. Нам обещали городской транспорт. Где он? Что вот это вот сейчас? По 2 часа на работу едешь. Было бы очень круто, если бы у людей была возможность работать невдалеке от дома. Это, возможно, решило бы некоторые транспортные вопросы. Цей безкінечний маятниковий рух просто з'їдає вільний час і породжує підвищену стомлюваність населення, а отже напряму впливає на ринок праці, баланс людських ресурсів та самопочуття містян. Таксі! Оксана Холод – лікарка-психотерапевт, сертифікована медіаторка, тренерка зі стресостійкості та ефективних комунікацій у місті Дніпро. Давайте представимо, я їжджу на роботу. От в таких условиях я вам гарантую кінцю неділі стрес. Із проблемою маятникової міграції стикається багато пострадянських міст. Але Дніпро, на щастя, не в такій критичній ситуації, як, наприклад, столиця. Дмитро Беспалов – урбаніст, експерт із питань транспортного моделювання, викладач Київського національного університету будівництва та архітектури. Все, що ви не зробите, ви построїте новий мост, він буде перегружений. Построїте наступний мост, він теж буде перегружений. Тут потрібно немножко вміє поступати, тут потрібно управляти мобільністю. Тобто, наприклад, дивитися, чому люди їдуть, совершають ті чи інші поїздки. Ну, робочі, понятно. Але є ряд поїздок, наприклад, з цілю досуга, або покупок, або образування, которые можно либо смещать во времени для того, чтобы равномернее нагружать инфраструктуру, либо, например, перемещать те или иные центры в ту часть города, где люди проживают, на тот берег, где они проживают. Ну, в Киев, например, он, наверное, ярчайший из украинских городов страдает от этой проблемы. Киевские мосты перегружены более чем на 120%. По ним едет сотни тысяч автомобилей примерно по каждому, каждый день. Это очень много. И, конечно, в случае отказа любого из мостов, это огромная проблема. Долгое время поездки получается, но тем не менее это как бы функционирует. Но только если какие-то нештатные ситуации, ДТП на мосту, или ремонтные работы, или, например, риск для конструкции, какие-то обвалы или еще чего-то, то транспортная система отказывает, и в этот день она близка к коллапсу, то есть она близка к состоянию коллапса. И это действительно вот может быть огромной проблемой. Так вот, Киев хотел отвечать на это, и это записано в стратегии Киева, больше жилья строить на правом берегу, больше рабочих мест открывать на левом берегу. Так вот Киев хотел отвечать на эту ситуацию с мостами, градостроительно, потому что транспортно мы никогда не сможем решить эту проблему, она всегда будет от нас убегать, ее надо решать градостроительно. Корінь зла, який є головним поштовхом до міграції, криється в розбудові міста, кажуть архітектори. Мегаполісам, зокрема і Дніпру, не вистачає компактності. Висловлюючись архітектурною мовою, щільність тканини міста занизька. Поміж спальними районами знаходяться великі незадіяні території та промислові зони, які виникли за радянських часів. Тоді основними місцями роботи були заводи, що вимагали величезної кількості робочих, які б жили неподалік. Але спосіб життя змінився, і тепер люди змушені їздити одним потоком в історичний центр, де зосереджені нові локації робочого та культурного життя. Вирішити цю проблему можливо тільки приведенням міського середовища у відповідність до стилю життя населення. Хто так строїть? Кто так строит?
Хто так строїть, а? Дмитро Волик, начальник головного архітектурно-планувального управління, головний архітектор Дніпра. Наш путь в даному випадку – це розукрупнення функції центру і практично формування возможности реализации потребностей населения как можно ближе к местам поселения. Потому что если на какой-то территории жизнь происходит только часть времени суток, естественно, что эта территория в остальное время оказывается невостребованной. И эта проблема существует во всем мире. Просто мы только сейчас задумываемся о том, что ее нужно решать. И мы понимаем, что с точки зрения перспектив эти территории тоже должны быть включены в нормальный, скажем так, социокультурный процесс городской. И там, очевидно, появятся функции общественные, которые тоже позволят значительно сократить внутренние миграции. Мы понимаем, что строительство новых магистралей транспортных и обеспечение вот этих мощных миграций это путь тупиковый. То есть чем больше мы строим дорог, тем комфортнее по ним становится ездить, тем больше становится автомобилей, тем больше становится передвижений. То есть вот такой американский принцип существования для нас, наверное, не очень приемлем. И естественно, уменьшение территориальных ресурсов с увеличением плотности – это гораздо более конструктивный, гораздо более экономичный и продуктивный путь развития. Іншими словами, спальні райони не повинні порожніти у робочий час, а мають стати самодостатнім простором із робочими місцями, сферою послуг, культурною та спортивною інфраструктурою. Це істотно зменшить потік вимушених мігрантів. Успішність такого підходу можна побачити на прикладі розбудови деяких європейських столиць. Юлія Овчаренко, координаторка «Київський діалог» в місті Дніпро, українсько-німецького проєкту, який допомагає громадам розвивати свої міста. Менеджерка проєктів «Культура медіальна», команди митців, дизайнерів та архітекторів, які поєднують мистецтво, технології та міський розвиток. Архітектору, звісно, не складно на карті ткнути пальцем, поставити крестик, от тут буде новий центр. Але при цьому потрібно ізучати, прежде всього, привлекательність і що буде двигати людьми, чтобы они наполняли жизнью вот эти новые места. Да, если это работа, окей, но просто работа не вызывает такого уж восторга от того, чтобы ездить в бывшую индустриальную зону, просто потому что там новый офис появился. Да, чтобы это место зажило полной жизнью, нужно увеличивать его привлекательность с разных сторон. То есть оборудовать инфраструктуру, улучшать благоустройство, добавлять какие-то дополнительные сервисы в виде магазинов, кафе, походу. Но и делать это более децентрализованно, да, чтобы больше людей находило там себе место. Это скорее вопрос не круг крупных торговых центров, да, а больше свободы и гибкости для каждого человека, как он там может устроиться. Вот если взять Берлин, да, у него вообще нет одного центра. У него есть части города с разным стилем, с разным назначением, с разной историей. Это все появлялось по-своему и функционирует тоже по-своему. И, кстати, очень динамично меняется. Да? Некоторые районы, которые были бедными, заброшенными, непривлекательными, потому что мигрантские с повышенным уровнем криминалитета, стали достаточно популярными сейчас. Как раз потому, что они были бедные, а значит, цены на аренду квартир там низкие. И люди, например, творческие, профессий, которые только в начале своей карьеры, у которых мало денег, они снимали эти квартиры, потому что им там просто удобнее. Но они же потом и увеличивали привлекательность этого района, они же открывали для себя там под свой стиль жизни кафешки, клубы, магазины, и тем самым меняли совершенно облик этих районов. И сейчас они могут там казаться совершенно крутыми, тусовочными, и все хотят туда. И цены на аренду, соответственно, тоже меняются. И это вот нормальная динамика города. Если администрация города на это еще гибко реагирует, да, где-то создает дополнительные условия льготные для бизнесов, для определенных групп людей, то тогда это еще лучше работает. Но для этого нужно как минимум знать, а кто же жители нашего города, какие у них интересы, чем они живут и что ими движет. У меня проблема бассейн. Я не могу в него ездить, потому что очень далеко. Ну, различные зоны комфорта, кафе. Ну, потому что этого не хватает. На правом берегу все более развито. На три можно, да, не хватает немножко. Потом приходится ездить в центр и ближе к центру.
в эти районы. Работа, если была бы какая-то здесь поближе, конечно, было бы хорошо, чтобы не тратить деньги, время на проезд. На левый берег как будто на отшибе, ничего здесь практически нету. Конечно, нужно создавать на левом берегу рабочие места. Я хоть и пенсіонерка, но приходиться їхати на правий берег работать. І хоча архітектори та урбаністи бачать необхідність створення центру агломерації на лівому березі, розуміння, як це зробити, все ще немає. Ані в них, ані у владних структур. Останні, у свою чергу, не займаються проблемою через невирішеність базових інфраструктурних проблем. Адже не можна, наприклад, будувати басейн, маючи стару систему водопостачання та водовідведення. Відтак питання стає комплексним. Юрій Голик, радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації. В ідеалі має бути ніка стратегія общегосударственная, которая должна, знаете, как слона едят мелкими частями, да, то есть задача нарезается на мелкие кусочки, дальше до каждой территории опускается своя стратегия, она ее принимает, уже там она превращается в тактику, в какие-то оперативные задачи, и каждый живет в рамках какой-то стратегии. У нас вот что происходит, вот смотрите, когда каждый населенный пункт, там Марганец, Покров или кто-то рисует себе хотя бы в голове какую-то программу развития, это не должно быть унылым документом, как у нас есть, там, знаете, там стратегия развития области на 580 страниц, там, которая там ни о чем написана. То есть должны быть четкие, понятные, прикладные вещи. Что мы делаем? С одной стороны, нам важно мечтать о том, куда мы идем, и ставить себе какие-то цели, да, правильное зонирование делать, правильную застройку делать. Если мы подписываем договор с каким-то застройщиком и строят микрорайон, то, наверное, нужно на него ложить социальное обязательство в виде постройки детских садиков, он сам об этом должен задумываться. А с другой стороны, мы же с вами находимся в такой интересной истории, когда все годы независимости инфраструктурой никто не занимался. Досвідчені ж архітектори зауважують, навіть якби існував чіткий план, його реалізація – це справа не років, а десятиліть. Віктор Зотов – український архітектор, засновник освітньої платформи Connections, яка об'єднує урбаністичну школу та міжнародний архітектурний фестиваль. Кому це треба? Це питання скоріше. Я би почав з цінності, і я слышу тут не перший раз о тому, що у вас адміністрація, або там люди, які з деньгами і при политики, они могут, ну, хотят сделать город лучше. В Киеве таких людей не знаю. Поэтому, какие бы рецепты мы с вами не говорили, если человек не смотивирован что-то здесь менять к лучшему, обсуждать это бесполезно. Первая часть моего ответа, ну, вы говорите, нужно на левом берегу создавать сервисы свои, свою инфраструктуру с разных сторон. Но это не только торговый центр, правильно? На левом, конечно, плохо все представлено по отношению к центру, но я тоже в центре Киева сижу здесь на Арсенале. Тут все плотно, каждые 10 метров новый сервис. А если перемещаешься на окраину, все там. Да, надо, но как сделать так, чтобы туда люди пошли, чтобы начался там бизнес развивать, начал развиваться? Да? У вас есть идеи? Есть же рычаги, которые способствуют такому, да, ну, от, как бы, притоку на периферию инвестиций. Бизнеса того же или каких-то других социальных сфер. Я, в общем, резюмировал бы так, ну, свои, может, путанные такие прыгания. Я не очень верю в бизнесовый способ развития. Я очень надеюсь, что, ну, и снизу такие процессы идут, ну, и тем более сверху, что наше развитие в Украине, оно все-таки очень требует управления, регулирования. Правил. Нам страшно не хватает правил. А поки архітектори і урбаністи мріють, городянам доведеться миритись із все більшою навантаженістю центру. І через це з усе більш складнішим та напруженим графіком власного життя.